Да, с дома, да, просто так. На нем нет документов, да? Нет. Есть, да? Стоит на учет. И сколько ты за него хочешь? 160. 160, да? Это сарокановский, что ли? Ну, я сам поставлю все равно, это 25-й. Полностью все равно. Ага. И центральные винты, и эти, боковины. А эти себе, что ли, заберешь? Да. Эти себе. Резина новая, но возраст уже, да? Нет. Это вот сразу значит, что Т-25 вся не было. Как не было? У меня же есть Т-25. Любая резина сейчас 2-3 года и пиздец. Ну это... Да. Ну и лучше, если его вот продавать, как летний вариант. Вот это все снимать. Ага. 6 болтов отворачивать. Ну у меня есть, лежит, она просто вот этот низ. Крылья, вот эта площадка. Без самой. А здесь это самое, это же уж крепкий. Кузов, сама кабина крепкая. Нет, просто здесь, видишь, оно летний вариант. Это загородило, чтобы это... А у тебя реверс на одном рычаге, все, да? На одном здесь. Ага. Здесь все. У меня стоит второй здесь. Перед. Ну это да, они есть. Еще был сбоку, да? И сбоку, это у самых там, я первых. Не знаю, первых, ага. Наверное. Два груза. Он так весь в комплекте как положено. Угу. Ну я на нем сам все сделаю, знаешь только что? Картошку копаю, грибу с граблями. Угу. Ну и все, больше. Ну у нас то же самое, у нас он и этот. Он стоит, тот постоянно с косилкой он. Вот только отцепил. А трубки что, просто заглушены? Нет. Они идут в бак. Чтобы солярка была тепленькая. Они идут. Ну, открой, посмотри. Ты просто не заглушал их, а полджира стоят, все, да? У меня и на том также. У меня пушковый стоит. Сарокановский ты имеешь в виду? Да. Это тоже может быть. Нет, какая-то может полтинниковская, может и сарокановский. Они же идут рядные. Да. И это. Вон как интересно сделано, да? А с другой стороны полунжира вырабатывает, нет? Да и хрен с ним, пускай зато солярка зимой. Ну правда я сейчас зимой не езжу, но... А их, чтобы тут же надо выкидывать полунжира тогда, чтобы не работать. Ага. Ну, пружины что-то там такое подымал, он снимал. Так же, видишь, нету шпилек, как у нас, да? Проблема с ними, ведет их, что ли? Что-то. Ну, вот коллектор, и он должен прикручен к штанге снизу. Ну. Нету, у тебя не прикручен. Почему не прикручен? Закрывай. А, это новыми стоит. Да? Блин, старый. У меня вот так вот сломался. Ага. Вот здесь. Это я уже поставил другой. Ага. Закрывай, закрывай. Там шпильки нету. Там шпильку надо, по-моему. Да, да, да. Ну тоже, смотрю, крутил, да, его? Кого? Коллектор. Делал. Нет? Ничего я не делал. Ага. В смысле крутил? Ну он, блин, как болты крученные, нет? Так подтягивал? Я снимал, головки снимал, ага. Конечно. Это сам... Нет, тут даже разговора нет. У меня вообще нынче поехал последнюю борозду разъезжать. Это самое. Тот не смотри, тут я 260 не меньше. А тот реверс такой же стоит? Нет, тут двойная, отдельно, да. Но дело в том, что я его как бы весь перетряхнул. Там все. Если к этому руки прикладывать, там передок надо там втулить, там это все. Здесь уже все. Двигатель перебранный, все. Ну и ладно. Нет, то, что продавать будешь, я сниму да покажу. А, ну это-то ладно. Нет, просто у меня сейчас приехал мужичок,
А что тут тот? Этот, а не тот. Я говорю, ну, мне, говорю, 240 давали, я не продал. Он говорит, давайте я дам 240. Я говорю, я тебе по-русски сказал, я говорю, мне 240 давали, я не продал. Ага. Да я смотрю, сравниваю со своим, с твоим, что есть, что нету.